Эта золотая накидка будто сошла со страниц сказки. Но за ее созданием стоит работа более миллиона пауков. Такое большое количество работников потребовалось, чтобы спрясть шелковую нить, которая придала изделию натуральный золотистый оттенок. Последний раз мадагаскарских пауков-золотопрядов использовали для создания шелковой нити около века назад. Но, по словам художника по текстилю Саймона Пирса, пришло время возобновить древнее искусство. Для создания такого изделия требуется немало усилий. Работа начинается с того, что около 80 человек отправляются каждое утро на сборы пауков. Их собирают в специальные устройства, которые, не причиняя вреда паукам, извлекают шелковую нить прямо из предельного органа. На накидку можно будет посмотреть в Лондонском музее Виктории и Альберта до 5 июня.